Ребята, наверняка многие из вас занимаются музыкой или мечтают самим создавать музыкальные шедевры. Но как вы знаете, это занятие довольно дорогое, но на любимое дело зарабатывать деньги можно всегда. Как, например, сделал я, когда стал ставить букмекерской компании MostBet. Делай как я, регистрируйся на сайте БК MostBet, это займет у тебя максимум 20 секунд. Получай самый большой бонус на первый депозит среди российских БК, 15 тысяч рублей. Я занес 10 косарей и сразу получил 15, а потом за пару часов поднял в 3 раза больше. А чтобы не париться с сайтом, просто скачай себе приложение. 15 тысяч рублей по ссылке внизу. Не надо быть. Это не МП3, где нужно помочь. Где нужно помочь, разогреть, нужно помочь. Чувствуешь, что такое энергетика, понимаешь, энергетика, чтобы на моменте всегда был сыгнули парку. Моё, моё, моё. Остановился каменный, тело больше похоже на манекен. В Панаме и майке таскаются на студию, где Кент Мунуарки. Вай, мы чаще, чем маме рано, суки, сука. Вайфи пускай, пускай, отснули, сука. 22 патрона было в магазине, сука. Не время говорят, а я вообще не в торопях, наполнен аки. Стрелки не идут, и часики стоят, и мысли убегут, и уже не вариант. Моё! Время замри на мгновенье. Солигорск с тобой. Поэтому дело вот. Я с Солигорском. Между стараниями и манерой. Это Лев Белов, да, типа, король Биша. Старый как прога Adobe Audition, дэм. Стрит кредибилити, он берет в руки микро, поцелуй его перстень. Зачитает на киргизском. Теперь эти суки понимают, кто главный гангстер. Гир, пыр. Что-то новый день, как они живут, а кто играет ты?
Ниже ты живу, а? Ниже темный ты, а? Так как ты куда можешь? Я молод. Мой белый не спит по ночам. Есть план преуспеть в мелочах. Передать свой дух в Акбер. Поверь, амиго, что было, чтоб ты не зачаг. И сколько подкинули дров в твой очаг. Что стало твоей колбелью. Грешок левитация, ебаши из меня. Выкури, переживет и выплюни. Но мы переживем и выплывем. Поставь глубину бытия. Мы к небу так близко, так близко. Как и везде из Галиции. Это любовь семилетка. И ясно, что мы с ней уже не вернемся. Предел два раз. Пацаны взрывали джойны, переговаривали. Йоу, чуваки, в Бишкеке так тепло, так пиздато, просто пиздец. Только я что-то нихуя не вижу, блядь. Че, кто-нибудь что-нибудь интересное напишет или так же будет всякую хуйню? Что, братан, давай двойную трансляцию с Майлзовейчиком, что ли? Бля, Майлзовейчик, сейчас я тебя запущу в трансляцию, и пиздец, все отпишутся нахуй. Реально, лучше не рисковать, бро. Вот это очень интересно уже. Стань президентом Молдовы. Это нормальная тема. Плейблэка нахуй выселю потом, блядь. За кого на ЧМ болеешь? Блять, вообще ни за кого. Что-то футбол вообще последнее время не интересует. Люблю только играть, болеть не люблю. И там еще один в четыре. Когда малолетки просят купить сигареты или алкашку покупаешь, что-то я даже с таким не сталкивался еще. Что-то хуйня какая-то. Go в ЕКБ, ну возможно попозже, где находишься и что тебя сподвигло запустить трансляцию. Да я в Бишкеке, чувак. В Бишкеке нехуй делать, кроме как запускать трансляцию и показывать тебе красивую жизнь. Смотри, какое небо пиздатое, йоу. Артур, салам. Дай рык прочитать, скинь номер в личку. Чё, а это Вавуля, день, что ли? Чё там новый день, Вавуля? Йоу, Роман, салют. Вчерашний мальчик Харри. Бля, всем салют, чуваки. Когда релизы новые приблизительно ждать? Буквально через неделю-полторы, наверное. Все выйдет, чуваки. Будет полноценный EP. Только новые треки, чуваки. Только новые треки. Ты в Сукулуке или в Тунгуче, спрашивают, блядь. В Джале, мэн. Ха-ха-ха, мимо, да? Пошли в двойную, Майлзовейчик. Да что ты мне можешь рассказать, блядь? Че, с ЖК Джо хочешь поговорить, что ли? Не, мы, он сразу в черном списке после предыдущей двойной трансляции. Бля, MyLZV, после той двойной трансляции ты в черном списке реально, бро. Потом попиздим вживую. В каком стиле новые треки? Конечно, в стиле, блядь, OG Gang, ты чё? OG Lifestyle, блядь, OG чуваки. Lifestyle. Как вы можете спрашивать о стиле у стиля, чуваки? Это пиздец глупо. OG Lifestyle. Все давно понятно, блядь. Еее. Какой город больше всех раскачал? Ну, конечно, Москва. Ну, теперь раскачаем Бишкек 16 числа, чуваки. Кто с Бишкека, всем быть, разъебем, покачаемся. Охуенно, там даже будет Бакай. Бакай, да? А.К.А. Бледный. Киргизская версия 25.17. Покажи Григорича. Спрашивать, в каком стиле? Nice Flex, ЖК Джо, ну не Рофли. Еще с ума не сошли? Нет, Роман, все заебись вообще. Нормально, двигаемся. Все есть, все при нас. Как говорил Леброн. Как говорил Леброн. Хороший член и деньги при мне. У меня есть то, что нужно им всем.
На футбол планируете идти? ХЗ. Кстати, чуваки, что, может, в Бишкеке еще футбольчик скатнем как-нибудь? Соберемся на команды, блядь, да покатаем просто. Да, я бы скатал. Это будет трендово, хули, чемпионат мира как раз, блядь, в России. Да, да, чемпионат поддержим мира этот в России, тренд зожников. А мы, да, поддержим, пиздец, зожников и ебанем. Футбол? Завтра футбол можно. Или баскетбольчик? Завтра. О, завтра футбольчик, давай, где? Сделай информацию. Что? Где завтра в 10 профсоюзная фучка. Пересечение. Как-то он называется? Профсоюзная. Короче, парни, инфа не точная пока. Инфа не сотка. Инфа не сотка, реально. Давайте в Украину. Давай баскет покатаем, Артур. Ты же говорил про самбай. Да, конечно, фридуй, разъебу тебя, мой ЛЗВ-чик. Баскетбольчик. Че у вас в сайфере не было с КПСС? Ну что это, блядь, это же не наш сайфер, это же молдавский сайфер, блядь. Он не проходит этот фейс-контроль OG Lifestyle. Да, фейс-контроль не прошел OG Lifestyle этот сайфер, поэтому нахуй этот сайфер. Слава Киргизии. Блять, когда, скажи, играете? Когда играете? Завтра в 10. Завтра в 10. Когда в Красноярск, братан? Блять, ХЗ в Красноярск, да, было прикольно бы смотаться на самом деле в Красноярск. Скорее всего, скоро поедем, чуваки. Мне кажется, бля, футбольчик камнем. Роман, ХЗ, что-то я тебя не помню. Вы будете давать концерты в Украине, когда новые биты? Отлично, провести время in the house. Да, мэн, блядь, постараемся. Постараемся, Тима. В Бишкеке, сам понимаешь, не всегда бывает очень весело. Ну, блядь, мы вдвоем приехали, по-любому будет весело, блядь. По-любому будет весело, блядь, вчерашний день это доказал, блядь. Ну да, OG Lifestyle просто победил по всем фронтам, все рэперы признали, что OG Lifestyle самая крутая, блядь. Да, кстати, самый официальная гайм, информация, да. Блядь, что корона фристайла у OG Lifestyle. Да, корона фристайла у OG Lifestyle, реально, чуваки. Спросите Эдика Кингсту. Спросите Эдика Кингсту, да, у Никиты Бошкина, там, у Диктатуры, у кого хотите, спросите. OG Lifestyle, корона фристайла просто. Запиши Саверс Би с чуваками. Пример белый и зип. Если я на стиле, могу зачитать с вами. ХЗ, чувак. На каком? Дагестан, стиле? На каком ты стиле, да. Если ты на стиле OG Gang, то смело. Как ты относишься к плейблэку? Ты знаешь, как я к нему отношусь. Езжайте на дачу ко мне тогда, я мандарину кличи кину. Йоу, бля, Тима, если ты свою дачу нам дашь покайфовать, вообще заебись. Блять, вот сколько рост у тебя? Такой, блять, ебаный вопрос на самом деле. Я не такой высокий, заебали. Кто Ислу на второй сезон пустил? Да я тоже что-то посмотрел его заявку. Опять этот гавкающий пес, блять. Ничего интересного. Все то же самое. Мой стиль из рабочего поселка. Я с вами. Рабочий поселок? Рабочий поселок, брат. ХЗ, чувак, если бы ты был Сукулука, например. Не, есть мысля на самом деле. Есть мысля вот по поводу рабочего поселка. Чуваки, неважно откуда ты, посмотрите вот. Мы тоже, блядь, не из пиздец, да, мои супер-мегаполисы. Неважно откуда ты, важно кто ты. OG Lifestyle пропагандирует успех. Если ты стремишься стать успешным, welcome, брат. Welcome в OG Gang, чуваки. Если ты стремишься к успеху. Когда, блядь, альбом? Когда новые треки? Приходи на мейн-эвенты второго сезона. Разъеби Ислу, братан. Почему Жека не выкупил нашу заявочку с Айбой? Что скажешь по поводу той переписки про интервью? Йоу. Калинина стрит. Йоу, Кила. Где белый? Покажи его. Вот он, белый. Лев, блядь. Чё, кого? По центре, блядь.
Что там пишет? Это про которого, кстати, был трек, блядь, «Король Лев». Это же он, король, я же Лев. Про него писал. А я писал трек про него, ебать. «Король Артур». Знакомьтесь, два короля, ебать, в одном кадре. Два короля в одном королевстве, брат. Только, за одним компом только Лев – король зверей, а я король людей, блядь. Вот. А Бакай – король рэпа, походу. Бакай – король рэпа, да. Бакай – король рэпа, реально. Что это, давай? Бро, перекинемся быстро. Давай сделаем, блядь. Ладно, чуваки, все, мы пошли делать дела. Давайте, скоро увидимся. Приходите все на наш разъебывающий концерт 16 числа. Всем лайв, всем. Да, всем оу, всем G, всем лайв, всем стайл. Пока. Брат, перископ майки, .org, заходи на страницу. Не пожалеешь, бро, тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска, окей. Ты еще не понял, заходи тут, ссылка в описании, это лучший магазин, бау.